Всем привет! Вы на канале Славкер Фишинг. И сегодня я расскажу о своих посылочках с сайта AliExpress. Заказал я себе на Черную Пятницу несколько посылок, был там отличный промокод. То есть товаров у меня вышло на 2000 рублей, но я заплатил всего лишь 1000 рублей. Это была просто прекрасная скидка, и я не мог удержаться и заказал у себя следующие товары. Начну я, пожалуй, вот с такой вот плетеночки от фирмы Cast King. Называется она Mega 8. Такая вот неплохая восьмижилка, стоит порядка 800 рублей за 270 метров. Эту плетенку я уже использовал на классическом фидере, и она себя неплохо зарекомендовала. Но сейчас я ее решил взять для шок-лидера. Разрывная нагрузка у нее 25 либров. Думаю, этого должно хватить для кормушек 80 грамм. У меня, конечно, уже был шок-лидер. Ну, точнее, как шок-лидер. Плетенка от фирмы Флагман. Но она была ярко-зеленого цвета. И все равно у меня были какие-то сомнения, что рыба ее боится. И я теперь вот взял темную проверенную плетенку. В следующей посылке мне пришел вот такой вот поводочный материал. По структуре напоминает он мне бюджетный поводочный материал от Флагмана. Взял я себе 15-либровый. Летом его проверю. Конечно же, думаю, он стоит своих денег. Стоит он всего лишь 120 рублей. А от Флагмана идет бюджетный за 200+. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить это видео, где я буду его испытывать уже этой весной. Так, и еще мне тут пришли две пачки крючков формы Крэнк. Ловил я уже на эти крючки, наверное, пол этого сезона или даже уже весь сезон. 2021 уже не помню. Но рыба на них засекалась очень хорошо. Ну и клевала тоже. Сходов практически не было. Крючки эти ни разу не разгибались на рыбе, так что могу и всем советовать. В принципе, стоят они недорого, рублей 200, наверное, за 30 штук. А какой 200? 150 рублей за 30 штук. Всем советую попробовать, стоят немало. Думаю, вам должны они понравиться. Так, ну и в следующей посылке мне пришли тоже крючки. Формой они идут примерно как Hayabusa K1. Взял я вот 8 номера себе 100 штук, потому что их у меня практически не осталось. Мне они понравились. Так как их можно использовать с одиночной насадкой, ну или, например, с комбинированной, там, попапчик или вареный бойл, попап и пелец. Данные крючки еще ни разу меня не подводили в этом сезоне. Ну и решил еще взять для эксперимента 6 номера, там, штук 30 крючков. Буду их проверять для двойной насадки. Так. Ну вот и все. Я вам рассказал о своих посылочках. Если кому-то интересно, пишите в комментарии. Я вам и напишу там ссылки на эти товары. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Вы были на канале Славкер Фишинг. Пока-пока.